Главный вопрос для куровчан – это, конечно, парк. Его проект готов, и в ближайшее время его презентуют жителям. В Московской области всего 5 городов, включая Куровской, прошли этот отбор. И сейчас на федеральном уровне Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Российской Федерации рассматривает этот проект. В самое ближайшее время мы с проектировщиками обязательно к вам приедем. Также вас пригласим, скорее всего, это в Дом культуры, где представим вам уже этот проработанный проект со всеми нормами, ограничениями. 170 миллионов мы хотим, значит, получить. 70 – это максимальная планка, который по федеральному бюджету. И губернатор также в случае победы обещает нас поддержать еще 100 миллионов. 2 часа жители задавали вопросы, высказывали пожелания, благодарили за работу. Диалог был конструктивным. Болевые точки в городе есть. Это вопросы сферы ЖКХ и злободневный маршрут 22. Поэтому встреча во дворе была организована в формате выездной администрации. Были приглашены не только сотрудники администрации территориального отдела, но и всех ресурсоснабжающих и коммунальных компаний. Ни один вопрос не остался без ответа. А теперь конкретно о том, что уже сделано и что запланировано. Сегодня в городе Куровской реализуется одновременно 11 программ муниципального, областного и федерального уровней. В этом году отремонтируют 80 подъездов, уже построены тротуары, ведутся масштабные работы по ремонту дорог. В данный момент дорожники трудятся на самом проблемном участке в центре города, на улице Первомайской. Жалоб поступало огромное количество на участок рядом с новостройками, но решено было ремонтировать не только его, но и полностью улицу. Также в программе улица Куйбышева и Почтовая. Новый асфальт появился и на 40 лет октября. А на Озерной впервые за 20 с лишним лет отщебенили дорогу. По программе президента капитально ремонтируется музыкальная школа. По программе губернатора отремонтирована подстанция скорой помощи. В августе будут установлены 3 большие детских игровых городка. Впереди реализация по асфальтированию народных троп, и 3 улицы вошли в программу «Светлый город». Это Магесская, Кирова и Озерная.